Так. Ладно, сейчас тебя на стандарточку. Угу. Стандартные комбинации от грува в шахматах сейчас будут. Как мой дедушка гроссмейстер умел делать. Не умеет. Сыграйте в дурака. Хочу посмотреть, как вы дурака играете. Ведь это тоже карточная игра. Да вы чё? У меня всегда лакир будет за дурака. Рагнарос, я вызываю тебя. Вообще-то дурака играем, да? Ты придурок, когда мы в дурака играем. Купился. Ой-ой-ой. Да, я ступил. Забыл, что это. Я забыл! Давайте вы вдвоем против меня в шахматы. Блин, как я так отдал? Это заслакал. Очень заслакал. Только стрим не пали. Я стрим не пали. В смысле, не пали? Я и так вижу твои. Я и так вижу твои ходы. Все ходы записаны. Гоу-монополия с подписчиками. Я так выставлялся под рокировочку. Не дал мне рокировку сделать. Что с Хейсом? Это все то же самое. Без изменений, ребят. Ну что, ты ходить будешь? Угу. Окно чата. Блэк пишет 1, 2, 3. Что ты делаешь? Зачем ты напал на моего короля? Все? Вопрос исчерпан? Вопросов больше не имею. Блин, ты хорошо играешь. Парень. Где ты так научился играть? Я только с отцом играю. В Хейсе? В Хейсе, да. Или в Хейсе? Вообще-то какое-то нежданное нападение. По всем фронтам. Это ход. Блин. Главное тебе в скорости не проиграть. Темпо Блэк. Темп наращивай. Темпо Блэк наращивай, да. Так, 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 так. Все херня. Все фигня, давай сначала. Шахматы, боже ж ты мой. О май гад. Зато man. Они не лагают. Да, да. Вот почему шахматы не лагают? Патч давно вышел, последний просто. Да. Давно обновлений не было. Блин, один такой тупой ход просто зарешал. Это хорошо стоит. Это мне нравится, как стоит. Конечно, там у тебя классно стоит. Даже не знаю, что сделать. Гоу в крокодила, а что это? Крокодил, когда надо изображать и надо угадывать. Ой, ты писаешь это себе на стриме? Имитация мозговой деятельности? Да. Ты меня загнал в тупик. Давай в рокет. У Грува не установлен рокет на компе сейчас. Он сейчас с ноутом. Просто, блин, не отойти, ничего не сделать.
Здесь закрыто все, просто закрыл мне везде все. Придется гамбитить. Это гамбит. Русскую рулетку с подписчиками. На бан, да? Просто кидаете, кто меньше 50 выроливает из 100, тут бан отправляется. Давайте поиграем в коня погибели. Конь погибели на Е5. Питаться мозговой деятельностью? Это моя фраза. Во сколько примерно завтра будешь паки открывать? Я сегодня после стрима напишу всем желающим, кто меня просил открыть паки. Если они еще завтра сами не откроют, то сделаю это с утра до работы и сразу залью видео. То есть оно где-то в 7-8 по Москве оно уже появится на Ютубе. Если будет работать ХС. Зачем мелочиться? Го в прятки с вебкой. Так я отключаю вебку. Нормально так. Ничего. Нормально. 65 человек смотрит, как мы втыкаем шахматы. Тут весело, мы тут. Мы тут должны еще шутки за 300 давай. Угу. Ну, конь на Е5 уже не канает. У меня как-то Стась сидел, горбилась, я говорю, что ты как конь на Е5 сидишь. Хорошо подумал? Нет. Раз так говоришь, то, наверное, нет. Понял. Нет, плохо подумал. Отменить ход? Отмени ход. Там, где? Там стрелочка, попроси соперника вернуть ход. И теперь ты должен... Так, что ли? Да. А, да. Да, херовый ход был. Ходи нормально. Ходи нормально, что ты делаешь. Че ты играешь как? Да я посмотрел что-то на верхнюю, это, на верхнего слона. Она хорошо стоит, ты не трогай. Совсем забыл про нижнего. Вообще забыл. Блин, да ты это не промах. Ну ты за белых играешь, понимаешь, тут это. Тут этот расизм выигрывает. Ну, мне не обязательно играть это. Хорошо в шахмат. А еще он Джараксу портал откроет, будет пати с Джараксусом. Кушай ферзем. Ешь ферзя. Это ты, тебе подсказывают. Угу. Тебе подсказывают в чате. Это нечестно. Угу. Даже подсказывают, куда ходить, походу. Да? Вот нифига, говорит, Лёня говорит, мне говорит, за черных больше нравится. Шахматы сложнее ХС. Сложнее, это столько комбинаций. Расисты выигрывают шахматы. Ходить нечем. Ходи ладьей. Ходи ладьей по всей земле. Просто закрыл меня везде, просто. До свидания. Ту-ту-ту-ту-ту.
Блин. Отдавать столько фигур просто вообще не хочется. Если я это сделаю, потом просто это... До свидания. Гов догонялки из Перми до Северодвинска. Ну да. А что ты думаешь по поводу... А, Илья, что ты думаешь по поводу Хэнда с непопамсом? Да что-то непопамс мне не очень. Не, в Хэнда не потребуется непопамс. Мне кажется, если будет непопамс, то будет какая-то отдельная колода, даже не Хэнд. Блазе. Ну типа потенциальный молганец за 0, да, это прикольно. Но чаще всего это будет какой-нибудь там... Да, будет, Лень. Она, правда, начнется с третьего хода, но будет. Но она будет еще и на Твиче. На Твиче будет полная. Долго подумал грув. И сделал опять какой-то бестолковый ход. Давай, Векс. Выложи на YouTube только шахматы. Хэс уже не торт. Что ты сделал? Я еще ничего не сделал. Почему я ходить могу? Я не могу ходить. Эх, Блази, Блази. За ход конем. Симптом, спасибо за фоллоу. Приятного просмотра шахмат. Это совсем не ХС, потому что в ХС мы зайти не можем. А как не ХС? Смотри, Рагнарос стоит. И Зера. Рагнарос вперед. Ничего то, что здесь. Во-первых, 8 существ, точнее 16 существ. Причем сразу же на столе. Rainy Day. 2 часа ночи смотрю, как два мужика играют в шахматы. Это совсем не хэс. Гоу лол. It's rainy day. Аллилуйя. Нормально. Шахматы развивают мозг. После шахмат знаешь, как в ХС гоняешь? Что за рокировка? Что-то я не понял. Если тебе нравится, нравится, как она нарисована. То рокировка? С краю. О, типа... Как не ХС, как не ХС, над вебкой сверху написано Хардстоун. Ну да, Хардстоун. Да. Придумаешь тоже ход. Попросил отменить ход. Отменять? Да. Я просто подумал на два хода вперед. Мне не очень это понравилось. Хотя нет, было в принципе норм. Why not? Не, в принципе нормально. Я что-то передумал. Ну ходи. Да, в принципе более-менее. Я поменял же, у меня сейчас теперь не ХС стоит. То есть тебе сейчас новые подписчики. Новые подписчики к тебе приходят потом. А что за ХС, я на шахматы подписывался. Да. Ты во что играешь? Убери это. Блин, здесь за столько надо следить-то. Не, плохо подумал. Все-таки плохо. Ладно, сколько можно возвращать.
Ой-ой-ой, плохо опять подумал. Опять плохо подумал. Господи, Грув, соберись. Соберись. Как можно так вообще играть? Вообще, как будто играть не умею, господи. Мне фигурки некрасивые, понимаешь? Я не привык к таким фигурам. Рагну или Сараада? А, еще не факт, что Сараад заиграет, да. Но сейчас Рагнарос тоже немножко потерял свою силу. Он сейчас на очень малом количестве колод играет. Поэтому пока лучше подожди немного. Подожди пару недель, пока мета устаканится, и там тебе точно скажут, какую легендарку крафтить для большинства колод. Черт, что еще делать? Только Блазю гонять теперь. Вот это защитился парень. Я вошел в ХС, поздравляю. Грув, пылить шахматы. Пылить. Господи, ты опять вышел на мое... Чуть-чуть. Хотел нормально походить, как по-новому. А сейчас бегать надо. Нечестно. Ты читер. Читерю, да, читерю. Проигрываешь в темпе однозначно. Вообще просто по-адски. Просто ни туда, ни сюда не походить. Все закрыл. В любом случае уходить-то надо. Ну как не надо красиво это сделать? И я ухожу красиво. Я понял, про что пел зверь. Однозначно про шахматы, да? Да. Как тут красиво можно уйти от... Шахматы заиграть с новым аддоном. Не, на самом деле, меня смотрит больше человек, чем обычно. Ну, не больше, чем 55 человек. Как мы их рубаем в шахматы. Тебя в шахматы больше смотрел, когда? Нет, я говорю, что шахматы больше смотрю, больше, чем в Хардстоун. Может, я не то стримлю? Да. Похоже, твое это шахмат. Вместе что, и выиграешь? Я? А? Ты меня выиграешь. Я-то чё? Да блин! Возвращаясь к предыдущему ходу, понимаю, что это говно. Снова потом вспоминаю, опять говно. Как ни крути говно, ребят. Что это за колода? Это фейс дека? Не, это темпа. Ой-ой-ой, блин, господи, я об этом тоже ходе думал. Опять, господи. Пусть здесь стоит ходи. Ладно, да, это самый вразумительный ход из всех. Просто пол доски у меня тут захватил. Сейчас, короче, еще сожрет. Мне просто всем интересно, как грубо нагибают. Я играл, соперник топ-декнул ферзя. Какие-то ссылки кидает. Походил? Опять как-то невыгодно походил. Почему именно так? Блин, с тобой так играть надо 1000 раз подумать. Я в какую-то замануху попал 100%. Просто так это не может быть. Почему? Я думаю, что не могу ошибиться. Кого лучше крафтить, ферзя или коня? Чё ты говоришь? Я думаешь, не могу ошибиться? Не, я думал, это проверенный... Это как? Проверенный ход. Не, это фейл. Фейл был? Да. Ничего себе. Так что расслабься.
Я-то думал. Сейчас мне мат будет. Лол. Мисклик, ребят, бывает. Привет, друг, это Лазер. Пустил ФХС, с дурью мана крафтил карт шамана. Будешь ли ты тестить тотем-колоду? Я точно буду. Ну, я тоже буду. Че бы нет. Ну, тогда так. А ты понял, что ты ошибся до того, как я походил? Да. Я не попросил, вернул. Да, ну зачем? У Булгрова просто неблагоприятный матчап. Близо гляжу, карту сменили с новым аддоном, прям не узнать. Близо ХС так изменили, что ж нельзя зайти. У черных против белых процентов 30 побед. Чек не киви. Час. Что-то засноуболил ты меня одним ходом прям. 55 рублей, спасибо, сейчас добавлю. Сейчас только у нас мозговая деятельность закончится, я сразу тебя допишу. Тут, знаешь, тут ход ограничен, 1.5 минуты. Потом начинает фитилек гореть. Только не на поле, к сожалению. А у оппонента. Сейчас тебе везде допишу. А почему именно такой ход? А, я понял. Дважды подумал, да, сначала? Ага. Я понял тебя. Что хотел ты этим сказать? Теперь мне надо думать, что ж делать. Так. О, все, приехали. Грув думает. Так. Придумал. Господи, вот это... Да, еще раз большое спасибо за поддержку. Грув, B7, B5 говорят, ходи. Че говорят? B7, B5 ходи. B7? B7, B5 ходи, говорят тебе. И чё? Там такие размены, вы чё? B7, B5. Вообще не нравится. Смотрите, хожу, он пешка забирает, я пешка забираю, он конём забирает. Или нет, да, ферзём забирает. И шах. Приплыли. Лучше отдать коня. Открываться тоже не могу. У Грува пешечное преимущество, он может сделать пад. Я еще какой пад могу. А тебя так учить? Тебя лучше фриз записать? Я просто записываю панику.
Тебя лучше фриз записать? Ты скажи, я тебя переименую. Нет, я помню, что ты говорил. Не могу просто сюда поставить, фак. Нельзя так просто взять и поставить. Голый зад на голый стрим. Лёва, тебе зачем мой голый стрим? Скажи, пожалуйста. Мне просто интересно. Просто время бестолковых ходов надо, мне кажется, делать. Хорошо, сейчас переименую тебя. Сейчас груз сообразит, как раз я пока успею переименовать тебя. Тут много чего можно успеть сделать. Угу. Все, груф походил. Угу. Ход века просто. Угу. Окей, так. Нет. Взял у меня, забрал фигуру. Нечестно так. А что ты фигуру забираешь, да? А что ты фигуру забираешь? А я уйду. Удачи. Может, вообще невыгодно. Невыгодно как-нибудь для себя еще как-нибудь сыграть. Может. Чем-то бить. На поездку в Латвию? Нет, я думал, донат гол на поездку в Питер, к Груву. Но я в Питер потом как-нибудь сам скатаюсь, и Грув устроит встречу подписчиков. Да, как-нибудь зимой давай, да, на шашлычки. А что в Латвии делать? Сходка со зрителями, ну то есть со мной. 24 часа стрим шахмат, норм тема. Я наконец-то сейчас высвобожу свою тяжелую артиллерию. Ну-ка, в ХС заходит. Мы осведомлены о том, что некоторые игроки испытывают затруднения при подключении к ХСО. Это теперь так называется, да? Наши специалисты работают над устранением данного затруднения, то есть они там не спят, да? Как ты у меня мог вообще ферзя забрать? Шахматы без правил, они месят грязь. Руф, я в донате, у тебя записан как The Freeze. Да, я снова вступил, да? Да. А, окей. 78 плюс 55. Ууу. 125. 123. Все, теперь вроде правильно. Блазя летал, пропустил. Мисс Мат. Как ты мог летал пропустить? Все, теперь эта партия может затянуться. Потом фатик будет. Мне нравится, тут есть сеанс одновременной игры.
Ну что он творит? Короче, не лучший размер начал делать. Не все так прискорбно. Я думал, будет хуже. Нет, все, нам все у меня хреново просто. Слона на H3. Блазя вокруг волны огня играет. Сыт. Хитрый засранец. Груф, а ты открытие паков на видео снять будешь? Да, как только мне в хейт спустят. Точнее, уже завтра, ребят. Это мат? А у меня есть один отход. Меняется пятимановым существом на одномановое. Народ уходит потихоньку. Ну так что, это конечно весело, но весело до поры до времени. Да блин, потому что видно, что выигрываешь. Она, кстати, да, преимущество по пешкам. Можно вывести в ничью. Попробуй. Дело идет к вечеру. Где кабан? Мы сейчас проиграем. Кабан. Ну, у меня вот такой вот кабан. Пятирогий ходит. У Грува в рукаве смертокрыл есть. Нифига себе, у меня еще чай остался. Я не помню, я заварил себе так чай или нет. Или мы в шахматы начали играть. Че, кого оставлять? А если на рынке будет выбор брать смертокрыла, брать его, смотря какие легендарки предлагаются к нему. Пешки, кабаны. Не, кабан должен быть один, он должен быть легендарной картой. А на что играете? На пиво? Просто Грув еще не в курсе. Ну ага, конечно. На пиво тут. На пиво тут играем. О. Спасибо. Отличный ход сделал, да? Ход этим. Ну все, отлично. Ну, смотри, да. Поровну, да? Да ладно. Мне даже показалось, что у меня на одну пешку больше. Ты специально, что ли, отдал? Захотел мне пиво проиграть, что ли? Зато теперь мы честно играем. 3 на 3, 3 на 3. Я никогда не смотрел стрим шахмат, но вот попробуешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему 50 человек смотрит? Ну. Больше, чем тебя обычно смотрят. Нет, 50 это уже не больше. Короче, главное коняшку убить. Люблю я коня вот за такие ходы. Да, конь хорош. Что там проигрывать с подписчиками? Заходи. Rulichess.org. Окей.
Старый Крушер снида, Алекс Страза, Смертокрыл. Ну, Крошер так-то хорош. Ну, сейчас будут, блин, беготня. Ты хочешь под шаг поставиться? Это называется вилка. Что вилка? Ну, как я, типа, как я поставил то, что... Вилка называется, когда надо бить. А сейчас не надо бить. Нет, вилка поставила то, что когда, если бы... Одного из двух пришлось забирать, у тебя минимум. Но так не получилось. Fail fish. Как ты умудрился отдать ферзя и отходил? Он решил забрать пешку. Эй. Парень. Хочешь немножко ферзя? Блин, как ферзем поймать коня? Такой зарканить. А что будет, если ферзь дойдет до той стороны? Да отстань от моих фигур-то, ё-моё. Сколько можно? Весь минус в том, что мой конь далеко. Скакала в поле молодая лошадь. Меня закрыл. За какой класс играешь? Белые. Вот такой вот класс. Какое-то извращение. Предложить ничью надо. Нет, это слишком просто что-то. Народ растет. Хочешь в мою шкуру? Либо заслакал какой-то ход. Сейчас. 100%. Коня, что ли, отдать? Ну, с батенька, значит, вы за белых, а у нас в стране коммунизм, да? Интересно, кто говорит эту фразу? Какие шахматы, вы чего гоу кроссворда отгадывать? Благо, я чуть-чуть впереди. Вообще буквально там на один квадратик. Вот сейчас только что ты вот вперед вышел. Главное правильно ходить конем. Накс вышел, да. На самом деле у Грува неплохие шансы. И учитывая то, что у нас ничья на столе. Ну как бы. Ты сейчас вытащишь. Я вытащу? Кого вытащу? Как можно это вытащить?
меня Маск, наверное, курит в сторонке. Конец близок. Тоже, да, я, по-моему, подвис немножко, чем это надо делать. Грув, как погода там? Ну так, прохладненько. А Маск озвучивал несколько карт на китайском языке. Он китайский знает? А новое дополнение скоро? Вот сейчас, вот сейчас. Ждали день, что еще один день не подождать? Куда ты пошел? Иди скорее, ХС, там черная гора вышла. Сюда не пойдет, сюда не пойдет, сюда может. Но какой смысл? Мой мозг лишается девственности сейчас. Такая позиция классная, не хочется не уходить. Хочется вперед, в наступление. Чаёк так, надо просто ходы закрывать. Ладно, похрен. Наш. Я можете просто так на халяву пешку забрать. Битва инвалидов. Извращенец. Шах тебе. Ну, есть у тебя пару ходов, конечно. Что? Калеки, калеки. О, ну, власть. Ну, ты сам... Ты чё, ты короня короля обижаешь? Он будет драться в ответ. Ну, Блась, ну ты чё? Это было отступление. Шкипер, какой у нас план? Тактическое отступление. Это как? Мы убегаем, но мужественно. Улыбаемся и машем. Так, интересно. Мне прям очень интересно, куда ты пойдешь. Ход. Фак, ну это просто можно вечность играть. Че, ничью еще разок? Или до конца будем? Не знаю. Я даже не знаю, что сказать. Как тут можно тебе... Воу, кто это вообще тут летает? Ко мне кто-то залетел. Залетел кто-то? Тася в курсе? Это моль, бабочка.
Да сделайте уже ничью, говорят. Вот вам ничья. Какая ничья тут? Боевая победа. Господи. Кто ты? Животное. Я знаю, что ты боишься тапка. Онлайн грув, как он бегает за... За молью. Ты походил? Да. Ты опять будешь кусаться, что ли? Ну и долго мы так будем? Не знаю. Сейчас погодит еще пару ходов. Гоу-монополию, что ли? Давайте Гарри Поттера на стриме пересмотрим. Угу, чтоб меня забанили сразу нафиг. Ты серьезно? Ты так долго будешь ходить? А у тебя там два хода, что ли? Ты в другое место пойти не можешь? Нет, почему? Ну, мне тут нравится. Стал своим конем, вообще не двигается ни туда, ни сюда. Блин. Тебе шах? Угу. Если три хода будет повторяться одно и то же, будет засчитана ничья. Серьезно? Или это только что придумал? Серьезно. Просто последние ходы у нас с тобой. Король-конь, 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 король-конь. Какая тупая игра. Что-то меняется. Включить защиту. Не на ту пешку напал. Гринки с курса. Чего? Не догонишь, би-би-би. Согласен. Я предлагаю тебе сдаться. Предлагаю ничью. Нет. Как-то нет, я изменил ход. Мы бы там туда-сюда ходили. Это ничья была бы. Мне просто интересно было, что бы было, если бы я так бы ходил.
Я вот не помню, а если король доходит до куда-то, он что-то получает за это? Получает плюс 5 армора. Плюс 5 армора? Ну что, ты леталишь? Нет уже. В конце концов. Извращенцы. Нет, не получает вроде. Окей. Это хуже шашек. Ты походил? Угу. Ой, когда подписался, я не заметил. Ой. Лаки, спасибо за фоллоу. Ух ты, здесь можно еще выбрать. У тебя был выбор? Угу. Тут можно коня взять? Я не знал, думал, только ферзь. Все, теперь предлагаю ничью. Боевая бравая ничья. Окей. Сказал Груф, стоя в углу. Реванш? Ну давай. Мне кажется, народ сейчас уйдет. Опять шахматы, да? Так, ну вот теперь ты за белых. О, слава богу. Чё ты за мной повторяешь? О, можно кружком еще выделять. Видимо, ходы. Монополия или бунт? Не безинтересно развитие событий. Обзор кар, давайте. Еще обзор. Нет уж. Сегодня мы так уже пообозревали карты, хватит. Я за монополию. Не, есть монополия ВКонтакте. Ага. Обзор в 3 часа ночи не вариант. Согласен. Трезвым так точно. Не трогай пешку. Все,
Все-таки трогаешь пешку, да? А я думал, как ты можешь закрыться? Так. Ну да, а надо съедать что-нибудь. Надо съедать пешку. Дают, так надо брать. Дают, бери, бьют, беги, да? Хитрые. А ведь прошло уже 4 часа, а Хэрстоун все еще не это. Да. Вот и походил. Интересно. Ну, конь сделал свое дело и теперь может идти отдыхать. Коник сделал свое дело, коник может уходить. Туалет. Там главное не советуйся. Думаешь, тапочек. Разумеется, разумеется. Мы спасаем этот стрим. 35 живы, 65 мертвы. Монополия. Да не, по-хорошему надо вообще заканчивать наш стрим. Я вот только думаю, как считаете, то есть дотянуть до конца все-таки эту партию или прямо сейчас вырубить стрим? Что, мне кажется, она последняя, что будет, у меня уже 2 часа ночи. Или гоу-ход, да нет, ход тоже не вариант. У меня уже 2 часа, просто сижу пока, чтобы хоть как-то, но народ уже разбежался, да и вторая партия так себе уже идет. Один? Да. Ходит как-то некрасиво. До конца. Хорошо, давайте на эту партию, ребят, и закончим. Да, эту партию все уже. Спать хочется. 24 часа стрима, 24 часа шахмат. Я сдохну часа через полтора. Ну, через два, может. Ой-ой-ой, не туда походил. Ладно, похрен, пусть будет так. Я смотрю, ты походил. Моя думать, что я думать. Думать, что думать? Что делать? Сколько похватил открыли? Полтинник только на своем аккаунте.
Утром паки вскрывать, если народ согласится вообще, если народ досидит до этого. Народ может сказать, что я сам открою, иди-ка ты. Раз не открыл вчера, и все. Мы устали ждать. Им Хекки, спасибо за фоллоу. Я не могу больше ждать. Вилку строил мне, да? Выйду ночью в поле конем. Лень, ты о чем? М? Нет, тут Леня говорит, что тут. Мы с конем по полю идем. Только сейчас я одно не пойму, нафига эта экскурсия коней, что-то такое. Что-то такое. Не слышал такой кавер. Нет, две леги выпили с 15 паков, жуткая чешуя. И Вариан Рин. Вариан Рин хорош. Ну, пока еще неизвестно. Блин, у нас еще все фигуры на столе, кроме одной твоей пешки. А, нет. Две пешки у тебя нет, одной у меня. Тут главное грамотные размены. Неужели за 4 часа ничего не устаканилось? Почему так? Сходил. Какие-то хитрые ходы. Кто-то сказал вилка. Вилка. Когда это такая? А? Когда ты такая? Ну, приеду, да сделаю ты такая. Ну, я еще не знаю, какие колоды, ребят. Надо тестить, смотреть. Зато в батлнет уже заходит быстренько. Кто-то сказал вилка. Там теперь вообще не зайти в техобслуживание? Хм. 25 человек. Все равно. Да и вообще что-то, но... Ну, судя классно, судя нафига народу благодаря группу прибежала. Ты ссылку, что ли, в группе себя давал? Да. А я думаю, откуда народ прибежал? Подходит.
От вилки не уйдешь. Техобслуживание микроразведчики идет сейчас, они никак не попердолится никак. И в него не попердолится никак. Боже. Выйду ночью в поле с сосисками. ХС сейчас топ-1 по просмотрам. Считай того, что он не работает. Какие новые герои в ходе? Сокрол, который? Более-менее благородный размен. Бля, как тут у тебя все закрыто-то? А, что это? Монах, монах сильный. Монах силен. Пока его не пофиксит, мне кажется, он будет очень играбелен. Его можно как суппорта качать, так и в ДД. Поэтому... Не, Леня, я нифига не увидел. Так, наверное. Так приятно со слонами играть, вы не представляете. Я всю ту игру без слонов просто играл. Реально, у меня даже дальше картинки Херстон даже без очереди не проходит. Что ты сделал? Пешку скушал? Что-то вперед вырвался, я не пойму. Да, где-то вот, посмотреть. На пешку ты выровнялся. Так. Снимаю тапки, чтобы убить эту бабочку. Она улетает. Я думаю, ну ладно, прощаю. Кстати, я был уверен, что если король был под шахом, то его нельзя делать рокировку.
Да ладно. Ты сделал рокировку? Ну, так вот. Как ты посмел? Так. Только если клетки под ударом, нельзя делать рокировку. А. Только если что? Походу, говорят, ребята говорят то, что... Если ты двинул его. Нет, если, говорит, если клетки рокировки под ударом, тогда, говорит, нельзя делать. То есть через ударную клетку нельзя делать рокировку. А я просто думал всегда, что если король был под ударом хоть раз, то теперь потом нельзя делать рокировку. Окей. Век живи, век учись. Фига вы такие тонкости тут знаете. Я таких тонкостей, к сожалению, не знал. Вали. Вали отсюда. Причем вариантов, куда свалить, не очень много, да, я смотрю? Да, один вариант, как бы. Допустим, убедил. Еще раз что-нибудь. Я знаю, Лёва, да, я сейчас последний матч этот и выключаю стрим. Я предлагал выключить на середине игры, народ отказался. Го заканчивать спать, выспаться, чтобы завтра вечером подольше без лагов подстримить. Завтра вечером народ наберется на то, чтобы у меня было качество, тогда нормально. Иначе лаги все равно будут. Не, ребят, если хотите, я могу прямо посреди матча выключить, мне, в принципе, не тяжело. Так, что ли? Тяжелый матч. Не. Люди сидят из уважения смотрят. Не знаю, по-моему, интересно. Ну, играть точно интересно. Шахматы нельзя кидать, не доиграв. Лёва, так иди ложись, спи. Большое спасибо, что смотрел. Если на это намекаешь на это. Тут же кажется из-за того, что хочет, а не из-за того, что ему не нравится. Скучно, вызовите пиковую даму, что ли? Я грубо вызвал, тебе мало? Я сходил. Вот сейчас. Че вам произошло-то хоть?
Скажи, пиастры? Пиастры. ХС работает? Ну, поздновато, даже если он уже работает. Ну, группа, может, еще будет играть. В данный момент мы проводим неплановое техническое обслуживание, Херстон. Для улучшения большого турнира. Ну и после технического обслуживания должны просто обязаны дать по пару бустеров. ХС лежал с один из самых вечеров важных, он лежал просто. Ой, как будто он больше не будет работать. Он мне почти стрим сорвал. Ой-ой-ой. Ошибочка вышла. Не посмотрел туда. А коня-то я и не приметил. Наивный пара бустеров его. Грув за ноль маны. Не попамся. Тут остались только те, кто любит шахматы, ребят. Все остальные уже разбежались. Ни туда, ни сюда просто. Пью-пью. ХС сорвал стрим, повезло тебе, что есть шахматы, так бы на 3 часа пораньше закончил. Наверное, все-таки так. Сколько этот матч может длиться? Я шахматы не люблю. Этот матч может долго длиться очень. Ой. Можем согласиться опять на боевую ничью. Я не против. Ладно, давай еще пару ходов. Давай. 10-15 минут. А то вчера тоже, по-моему, где-то в час с чем-то уснул. Давай блиц. В смысле, быстрые ходы? Да. Необдуманный матч. Ну, как быстрые? Сколько дается там? Секунд 15-20, не знаю. А, блин, мне же Стась пишет. Не, ну что, хочешь, давай попробуем. Сейчас, 5 минут, я Стась уложу. Давай, как раз мне 20 секунд на ход. Ну, мысль хорошая. Ну ты скажи, как будет, когда давай начнем блиц. Так это я предложил. Ща, да пока ходи по-старому, сейчас со Стаси разберусь. Просто не смогу я ей писать и думать. Сейчас пока всем удачи. Давай, Сокрол, удачи. Давай 5 секунд на ход посмеемся. Че? А кто будет засекать? Я буду считать, а ты будешь считать мне. Давайте, как будто нас дорма вышло на поле. Не, мне кажется, если ты сейчас вот готов, мне кажется, мы закончим за 3 минуты партию, то и быстрее. Вот, походи.
который даже и не снилось моему отцу. Я как-то играл с парнем, который помимо меня играл сейчас 14 людьми, и он выиграл всех. Ну, вот, жесть. Но есть такие люди, которые мозги чисто под шахматы заточили и могут... Однозадачные такие люди. Все, мы начали или как? Или пока медленно ходим? Сейчас, пока медленно. Парни из 4 паков 2 лиги выполнил. Нормально. Давайте скинемся в лазит гроб на ящик Red Bull и пусть еще долго шахматы сидят играют. Что-то походил? Да. Ну хорош мои пешки жрать. Сколько можно? Вкусные же. Вкусные пешки? Два коня, два слона. Ну, в принципе, блин, как меня бесит этот Хэрстоун, который не заходит. Гроссмейстер. О, походил. Хорош моих пешек выжирать тоже. Просто как не посмотрю, пешку жрет. О, что-то там такое придумал. Коня отдал. О, отличный размен на пешку, типа. Киньте им на стол, на здорову кто-нибудь. Так это я уже так пошутил, так нечестно. Моя шутка. Пока маршал. А? На этот, маршал уходит, я говорю пока-пока. Но главное не убить. Киньте им на стол, на здорову. Гоху еще музыку похоронную. Да нет. Ну чё, давай. Блицранг. Ой. А-а-а. Некрасиво. Я походил. Мат. Еще нет. Чё, по-моему.
А, ты конем ушел? Ты конем мог закрыться? Мат. Все. Блин, ранг закончился. Я-то думал, ты конем мог закрыться, ты конем ушел, а ты конем мог встать и закрыть. Я вообще не думал про этот ход. Все. Анализ. Блиц-ранг. А что за анализ? Не, я не знаю, это просто как ходили. О, фига тут так красиво. Красивая анимация. Ладно, я думаю, можно... Да, думаю, можно заканчивать. Валсагот, спасибо за фоллоу. Пойду спать просто. Ладно, спасибо большое, Илья, что пришел на стрим. Ладно, да. До завтра. Давай, давай, спишемся. Поиграюсь, открою бустеры. Ну, давай. Пока-пока, ну, удачи. Пока-пока. Ладно, ребят, большое спасибо всем, кто смотрел эту наркоманию до конца. Завтра же с утра, если народ согласится, еще не открыли паки, я открою паки и сделаю видео, и сразу же выложу его с утра. Ну, и если же народ откажется, то видео, конечно же, не будет. Это все видео тоже зальется завтра к утру, я думаю. Или к вечеру, в крайнем случае. Завтра будет... Кстати, повод завтра будет нет стрима, это еще под вопросом. Смотрите анонсы в группе. И всем спасибо еще раз. Пока-пока и удачи. Увидимся, услышимся.